Беннет сильнее грязи. Поломоечные машины серии Ranger. Беннет Ranger R660B. Ширина уборки 660 мм. Ширина всасывающей балки 900 мм. Объем бака для чистой воды 70 литров. Объем бака для грязной воды 85 литров. Производительность поломоечной машины 3960 квадратных метров в час. Беннет Ranger R510B. Ширина уборки 510 мм. Ширина всасывающей балки 800 мм. Объем бака для чистой воды 70 литров. Объем бака для грязной воды 85 литров. Производительность поломоечной машины 3060 квадратных метров в час. На машинах установлены гелевые аккумуляторы емкостью 160 ампер-часов, от одного заряда которых машина работает более 3,5 часов. Беннет Ranger – это высокоманевренная поломоечная машина с местом для оператора. Сильный прижим щеточного узла позволяет использовать машину для выполнения различных задач. От бережной уборки мраморного пола до генеральной или послестроительной уборки на парковке или производстве. Компактные размеры и легкий вес позволяют перевозить поломоечную машину на обычном пассажирском лифте. Благодаря небольшой ширине машина проезжает в стандартный дверной проем. Каждая поломоечная машина комплектуется контейнером, в котором можно хранить моющие средства, с инвентарем для ручной уборки или использовать его как урну для мусора. С левой стороны поломоечной машины расположена широкая заливная горловина бака чистой воды и коннектор для быстросъемного подсоединения для заправки бака от водопровода. С помощью встроенного индикатора легко следить за уровнем чистой воды в баке. Включение моторов привода щеток и вакуумной турбины происходит автоматически при опускании щеточного узла и водосборной балки. Это намного упрощает процесс обучения персонала работе. Установленные на поломоечной машине проблесковый маячок и звуковой сигнал привлекают внимание и повышают безопасность вождения машины. Хороший обзор, высокая маневренность и наличие дополнительной фары делают эту машину незаменимой при уборке тесных и темных помещений, например, паркинги, складские и производственные помещения. Надежный фильтр чистой воды удобно расположен для его очистки. Электромагнитный тормоз на моторе привода автоматически останавливает поломоечную машину при отпускании педали хода и надежно удерживает ее на наклонных поверхностях. V-образная форма балки позволяет быстро и эффективно собирать воду с поверхности пола, не оставляя следов даже на поворотах. А большие защитные колеса хорошо защищают балку и не оставляют следов на стенах. Специальное крепление балки автоматически отсоединяет ее при столкновении с препятствием. Это защищает балку и обеспечивает плавное прохождение машины. Задний сквидж имеет 4 работающие грани, и водосборная балка легко разбирается для их обслуживания. Бак для грязной воды можно легко очищать благодаря широкому технологическому отверстию. Машина оборудована датчиком уровня грязной воды, который автоматически отключает вакуумную турбину при наполнении. Поплавковая система контроля уровня воды позволяет осуществлять двойную защиту турбины. На оборудовании устанавливаются мощные электромоторы с низким уровнем шума. Общий уровень шума во время работы машины составляет всего 67 дБ, что позволяет эксплуатировать машину в общественных помещениях даже в рабочее время. Поломоечные машины серии Ranger подходят для использования в торговых центрах, супермаркетах, метрополитене, производственных и складских помещениях, парковках и в других местах. Поломоечная машина Беннет Ranger S660B рекомендуется для уборки площадей от 1000 до 6000 квадратных метров. Ranger R510B рекомендуется на площади от 1000 до 5000 квадратных метров. Беннет сильнее грязи.